Спортсмены уже тренируются на новом татами. Это универсальный зал для всех видов спорта. Здание оборудовано всем необходимым. Здесь есть душевые, раздевалки, медицинский кабинет. Для местных жителей это был долгожданный спортивный комплекс. Очень хорошо, что он здесь появился, так как отдаленное место, достаточно далеко ехать в любое другое место. А в отдельные тренировок дни будет хорошо сюда приезжать, тренироваться самим. Строительство комплекса началось в октябре 2015 года. Место выбрано не случайно. Территория принадлежит школе, и ученики смогут здесь заниматься физкультурой. Современное спортивное сооружение возвели меньше, чем за год. Из областного и городского бюджетов на строительство ФОКа направили больше 100 миллионов рублей. Это место для того, чтобы дети, подрастающее наше поколение, было под присмотром, было занято делом, под началом хорошего тренера, тренера-профессионала. И тогда точно у нас будут здоровые расти дети. И не только здоровые, но и сильные духом, духом победителей. И мы будем иметь успехи, успехи в спорте. Символический ключ от ФОКа директору детско-юношеской спортивной школы и ее воспитанникам передали губернатор Николай Меркушкин и председатель губернской думы Виктор Сазонов. Итак, передача ключа произошла. Аплодисменты, друзья! Заниматься в спортзале можно и летом, и зимой. В холодное время зал будет отапливаться с помощью специально построенной для него котельной. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.